краткий обзор возможностей сайта SensorCloud.com. На сайте можно хранить свои данные, которые отправляют устройство к семейству Web Meteor Box. Вот какие устройства есть. То есть можно с любых, с мини, Meteor Box 6 и так далее. Как выглядит работа с сайтом? Регистрация производится по invite коду. Теперь смотрим сайт. Логин, пароль. Вот у меня в комнате батарея, отопление включена. Можно смотреть более детально, подгружать интересующие участки данных. Температура воды в аквариуме. Вот хорошо видно, как работает обогреватель у черепахи. Вот можно тоже кусочек. Также на график можно накладывать данные с разных датчиков. Вот здесь вот участок, синий датчик был не сразу включен. Ну, посмотрим последние данные. Видно очень четко все. Каждую минуту идет отправка данных. Данные за 2016 год. Сайт позволяет хранить 100 тысяч точек. Данные можно экспортировать в формат CSV и анализировать в Excel. Вот. Можно построить график. Вот, все работает. Так что покупайте устройство, пользуйтесь. Вот токовый клещ.